срезаю лишнее, чтобы сделать вертикальный угол, потому что здесь получается вот эта стена, она как-то оштукатурена вот так, ну и с отклонением вот таким вот образом, то есть вот сюда и раствор набросал, вот видите, да? Как-то неудобно, но ничего. Во как получается. Нужно все-таки сделать подготовку для наклеивания обоев. Вот углы — это самое главное. Вот по плоскости оштукатуренной стены, но потом прошпатленная — это все ерунда. Самое главное — это вот эти вот углы. Здесь тоже сделал подготовку. Вот эта вот плоскость стены, она вот так находится. Вот так находится. То есть вот сюда накидал раствор. То есть вот так получается. Так вот сюда накидал раствор. И очень много. Пришло уж даже угол здесь, вот так вот, эти лапки как бы раскрывать, чтобы не сильно толстый слой получился на плоскости стены. И здесь то же самое. Ну вот что-то я сделал. Вчера работал вот с этим углом, накидывая раствор гипсовой штукатурки вот на эту плоскость стены. Вот здесь была установлена рейка. И двигал, прижимая вот этот уголок, прижимал вот таким вот образом и двигал. Но здесь очень много приходилось накидывать, и мне нужно было, по идее-то, вот от этого угла выровнять, накидывая раствор гипсовой штукатурки. Но я каким образом? Взял вот эти вот лепестки, раздвинул как можно сильнее и приблизил вот этот угол, вот этого лепестка, ближе к плоскости стены. И угол остался, а вот эта вот плоскость как бы повернулась туда, ну вроде понятно. И таким вот образом вышел из положения. Теперь что я делаю? Свожу этот раствор вот сюда, как бы выравниваю, вытягиваю вот эту вот маленькую плоскость вот таким вот образом. Эту плоскость я не трогаю, а вот здесь свожу, чтобы не было ступеньки. И потом, конечно, зашпатлюю после высыхания этого раствора. Чем я сейчас и буду заниматься. Приготовил раствор, он у меня остался, и теперь буду работать вот с этим и этим шпателем. Срежу все остальное вот здесь вот, чтобы мне тут ничего не мешало. Вот здесь, если что, ступеньки всякие. Вроде бы и все, мешать мне тут ничего не будет. И теперь раствор. И теперь с этой стороны как бы левой рукой. Вот таким вот образом. И беру вот этот угол, смещаю вот сюда. И получилось вот здесь пустое место. Я сейчас это пустое место и буду вытягивать вот таким вот образом. Вытянул раствором вот этот вот угол, а намазал только на одну сторону. Потому что этот короб сделан просто идеально по вертикали. Вот эта вот стена непонятная, и вот эта стена непонятна. Намазывал правой рукой, а теперь намазываю левой рукой. То есть не только бывает рука левая и правая, но и бывает с моей стороны стена с левой и с правой стороны. Вот этот угловой шпатель, я его вводу. Немножко вот так вот поиграл с ним. И теперь работаю
прижимаю вот эту вот лопатку вот сюда, стараюсь прижимать, только в одну сторону, и эту сторону тоже прижимаю, но в основном только вот на эту сторону налегаю. Хорошо, как получилось. Просто приятно. На всякий случай беру в одну руку, поднимаю кверху, еще раз уже не давлю. И теперь постараться нужно сделать так, чтобы вот этого соединения не получилось. Надо сделать. То есть, чтобы этого не было, нужно каким-то образом вот так вот двигать. Ну, вроде бы что-то получилось. Все равно хорошо получилось. И чтобы закончить работу, нужно вот эти вот края почистить. Можно, конечно, и потом почистить, но лучше бы сейчас. Потому что, когда я срезаю аккуратно, как бы клин делается хороший. Но это я делаю по краю. Проверяю угол. Вот эту плоскость, потому что эту плоскость я выровнял, вот, а эту плоскость еще я не смотрел. И сейчас включаю лазерный нивелир, подвожу в угол зеленую линию, и что я вижу? Я вижу, что ничего делать не надо. То есть угол просто идеальный. То есть вот эта плоскость этой перегородки оштукатурена просто идеально. Все, проблем нет. Работать я здесь не буду. И теперь нужно посмотреть. Так, вот так я смотрел. Теперь нужно вот так посмотреть, что здесь будет. И что я вижу? Линия строго в углу. То есть ничего делать не буду. Единственное, что вот снизу, вот здесь, вот так получилось. Я попробую срезать, а может, и ничего делать не буду. А потихонечку как-нибудь заверну. Ну, может, я и срежу. Даже прямо сейчас срежу. Прямо вот. Вот прям сейчас и попробую срезать. Я буду срезать. И вот эта вот линия зеленая, она будет все уходить туда. Вроде бы так должно быть. Ну-ка, попробую. Если вот так, да, я вот так вот делаю, линия уходит вот сюда. Если туда буду делать, линия уходит туда. Значит, надо подрезать обязательно. Вроде что-то получается.
Так, если я сдвину вот таким вот образом, ну да, уже лучше стало. Это 100%.